В разгаре декларационная кампания 2019. Сообщить о доходах, полученных в 2018 году, граждане должны до 30 апреля. Какие именно категории граждан обязаны это сделать? Какой штраф предусмотрен в случае неуплаты? На эти вопросы ответим в сюжете далее. Перечень категорий налогоплательщиков, обязанных представить налоговую декларацию о доходах, полученных в 2018 году по сравнению с прошлым налоговым периодом, практически не изменился. В числе лиц, обязанных декларировать полученные доходы. Индивидуальные предприниматели, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, которые применяют общеустановленную систему налогообложения. Отчитаться о доходах должны граждане, которые получили доходы от продажи, к примеру, имущества, находившегося в собственности менее 3 лет, если они приобрели до 16 года, и менее 5 лет, если они его приобрели после 16 года. Также мы ждем декларации от тех граждан, которые продали автомобили, находившиеся в собственности менее 3 лет, те граждане, которые сдавали в имущество в аренду, те граждане, которые получили доходы от продажи акций, облигаций, от выигрыша в лотереях, игровых автоматах и так далее. Далее оказывали платные услуги в качестве репетитора, няни, домработницы, сиделки. Самым же удобным способом является заполнение декларации и ее представление с использованием интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенного на сайте ФНС России. Заходим на наш официальный сайт, набираем в адресной строке www.nalog.ru, заходим в раздел «Физические лица». Здесь есть типовые жизненные ситуации и программное обеспечение. Декларация. Программа предлагает заполнить декларацию. Если же вы не можете сделать это самостоятельно, то в налоговых органах вам помогут студенты. Конечно же, абсолютно бесплатно. Заплатить НДФЛ по подданной декларации нужно до 15 июля текущего года. Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции, напоминает ФНС. В первом случае придется заплатить 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% этой суммы и не менее 1 000 рублей. Во втором случае неуплата НДФЛ. Штраф составляет 20% от суммы неуплаченного налога.